последние дни многие будут искать истину, многие будут в смятении, и знание человечества увеличится. Взгляните вокруг. Мы живем в последнее время. Джон Бивир имеет пророческое призвание от Бога и послание для этого времени, этой нации и, в частности, для вас. А также, его жена Лиза, раскрывая истины Слова Божьего, поможет вам узнать, кем вы являетесь во Христе. Цель программы Джона и Лизы Бивир «Посланник» — наполнять землю познанием Божьей славы. В этом учении Джон Бивир раскрывает тему, почему понимание принципа власти Бога сделает тебя свободным. Давайте откроем Библию на книге Бытия, 4 глава. Поговорим о Божьей власти. Быть под защитой Божьей — это значит быть полностью под Его властью. Сегодня есть люди, которые думают, что это находится в секретном месте, в молитвенной комнате. Они думают, что находиться в секретном месте — это быть членом церкви или молиться молитвой грешника. Но сквозь все Писание мы видим, что быть под защитой — это значит подчиняться Его авторитету. Есть два способа, с помощью которых проявляется Его власть. Номер один — Его непосредственный авторитет или авторитет по праву наследства. Номер два — Его делегированный авторитет. Господь передал свой авторитет в сферу общества, или, я бы сказал, в сферу семьи и также в сферу церкви. Но сейчас мы говорим о непосредственном Божьем авторитете. Позвольте мне сказать, что если вы хотите быть подчиненным Его власти, мы должны иметь откровение о Боге, потому что Он и авторитет неразделимы. Я знаком с такими людьми, которые говорят, «Я знаю Иисуса, я знаю Господа», но они еще не знакомы с Его властью. Вы не можете разделить то, что неделимо. В вашем представлении Иисус может быть тем, кто спас вас. Вы можете подстраивать Его под себя, получать от Него то, что желаете, но это не тот Иисус, который сидит по правую руку Отца. Это в точности походит на то, как сыны Израиля сделали себе тельца и назвали его Иегова. Они говорили, «Это Яхве, тот, который вывел нас из Египта». Другими словами, они все еще поклонялись Иегове. Они не смотрели на тельца и не говорили, смотря на него, что это идол Ваал, который вывел их из земли египетской. Они принимали его за Иегову, они просто изменили его образ, образ его славы. Они создали Иегову, который бы давал им все, что они захотели бы. Церковь всегда хотела сделать Бога таким, чтобы Он исполнял все, что они хотят. Откройте в ваших Библиях книгу Бытия, 4 главу. Я хочу, чтобы вы посмотрели первый стих. «Адам познал Еву, жену свою, и она зачала и родила Каина, и сказала, приобрела я человека от Господа, и еще родила брата его Авеля. И был Авель пастырь овец, а Каин был земледелец». Стих 3. «Спустя несколько времени Каин принес от плодов земли дар Господу». Все скажите, жертву. «От плодов земли Господу». Сейчас наша жертва говорит о том, что мы служим Господу. Вы можете сказать на это «Аминь»? Стих 4. «Авель также принес от первородных стада своего и от тука их, и презрел Господь на Авеля и на дар его». Теперь давайте очень внимательно прочтем 5 стих. «А на Каина и на дар его не презрел». Это уже похоже на то, что происходит в наших церквях. Я слышал людей, которые говорят, «Бог примет тебя таким, какой ты есть». Нет, это неправда. Бог принимает тебя таким, какой ты есть, если ты раскаешься. Попробуй сказать это Анании и Сапфире, что Он примет их такими, какие они есть, но уже слишком поздно. Заметьте, что Бог не только не презрел на дар Каина, но Он не презрел и на самого Каина. Стих 5. «Но он не презрел на Каина и на его дар». Теперь смотрите дальше. «Каин сильно огорчился и поникло лицо его». Вот что происходит каждый раз, когда вы проповедуете религиозному человеку. Он начинает злиться. Теперь давайте поговорим здесь об этой ситуации, и я хочу перевести это на современный лад. Я хочу перевести это в сегодняшнее время. Вот у нас, например, два сына или двое мужчин. Я хочу отметить, что каждый из них работали с радостью, чтобы принести жертву Господу. Мы сейчас не говорим о том, кто работает, чтобы принести жертву Господу, а другой не хочет иметь ничего общего с Богом. Мы не говорим об одном, который приходит в церковь, ища Господа, и о втором, который спит в воскресенье утром, любит ходить в бары, в стриптиз-клубы, на футбол, все в свое время, и не хочет иметь дело с Богом. Мы не говорим сейчас о таком человеке.
Мы говорим об обоих мужчинах, которые выросли в церкви. Теперь вспомним их мать и отца, Адама и Еву. Я перенесу это на современный лад. Они выросли в церкви, и они оба усердно старались, работали, чтобы принести дар Господу. Теперь, если реально посмотреть на это, то у Каина работа тяжелее. Я знаю немного о сельском хозяйстве, я знаю немного об овцеводстве. Моих знаний достаточно, чтобы судить об этом. Овцеводство требует тяжелой работы, но работа с землей намного тяжелее. Когда ты занимаешься овцами, ты должен вставать рано утром и ложиться поздно вечером. Но в середине дня ты можешь посидеть в тени пальмового дерева и выпить глоток прохладной воды. Вам это понятно? Но в сельском хозяйстве ты должен работать на протяжении всего дня. Ты должен сеять и выращивать плод в поте лица своего, чтобы получить урожай. Так что у Каина работа была намного тяжелее, чем у Авеля. Однако, когда они принесли свои жертвы, Бог презрел не на того, кому пришлось упорнее трудиться, чтобы принести жертву. Почему Бог не вознаградил того, кто проделал более тяжелую работу, чтобы преподнести свою жертву? Ответ кроется в их родителях. Чтобы это понять, нам нужно вновь вернуться в Эдемский сад. Когда Бог поместил Адама и Еву в сад, Библия говорит, что Он увенчал их славою. На них не было никаких одежд. Библия говорит, что они были наги и не стыдились этого. Причина, по которой они не стыдились, была в том, что на них была слава Божья. Он увенчал их славою, как говорит псалмопевец. Слово «увенчал» значит «окружить», «окутать». Они буквально были одеты в Божью славу, а потом, мы уже говорили об этом на прошлом занятии, они впали в непослушание. В тот момент, когда они ослушались Бога, то первое, что произошло, как говорит Библия, они узнали, что наги, и начали накрывать себя. Так это было. Чувства их плоти взяли верх. До их грехопадения дух доминировал в них. У них была чистая Божья совесть, им не было неловко, им нечего было стесняться. После грехопадения человек стал чувствовать себя неловко. Я удивляюсь, что так много проповедников сейчас учат людей быть застенчивыми, вместо того, чтобы привести людей к осознанию того, что они в Боге. Иисус пришел освободить нас от стеснительности. Если посмотреть, то в саду нет описания Адама и Евы. Если вы посмотрите Ветхий Завет, вы увидите описание людей со всего мира. Там говорится, что Давид был красивым. Там говорится об Овесе, о волосах Авесолома. Также там говорится о красоте Сары. В Новом Завете вы больше не найдете описание людей. Почему? Потому что Павел говорит, «Отныне мы никого не знаем по плоти». Он говорит, что мы ныне даже Христа не знаем по плоти. Иисус приходил освободить нас от чувства застенчивости. Вам понятно это? До грехопадения, послушайте меня внимательно, до грехопадения Адам и Ева были полностью чисты перед Богом. Их жизни были в Боге. Но когда они вкусили от дерева познания добра и зла, внимательно послушайте меня сейчас, что олицетворяло дерево познания добра и зла? Оно олицетворяло источник хорошего и плохого вне Бога. До того, как они съели запретный плод, вся их жизнь была в Боге, и не было источника зла и добра вне Бога. Их жизнь была перед Ним, потому что все Его пути справедливы и праведны. Не было никакого различия между добром и злом. Но когда они вкусили от дерева познания добра и зла, они нашли источник знаний о добре и зле, и познание того, что такое хорошо и плохо вне Бога. Вы со мной? Даже если бы то, что они съели, было хорошим, это все равно было бы непослушанием Богу. Понимаете? Вот почему первое, что Господь сказал им после того, как они вкусили этот плод, было «Кто сказал вам?». Другими словами, теперь вы знаете, что такое добро и зло. Вы вкусили от дерева познания добра и зла. Когда Адам и Ева вкусили от дерева, этим самым они приняли принцип умозаключения и отказались от принципа послушания Богу. С того времени человечество живет под проклятием. Теперь общество говорит, что такое хорошо и плохо. То, что по человеческим меркам является хорошим, является бунтом против Бога. Все стало искаженным. Пророк Исаия сказал, «Придут дни, когда на зло будут говорить «хорошо», а на добро «плохо». Это в точности то, что сейчас происходит. Это есть в каждом из нас в какой-то степени. Как вы видите, это не подчинение власти Божьей. Когда Адам и Ева съели запретный плод, они стали нуждаться в том, чтобы прикрыть свою наготу. Итак, Господь пришел в сад и спросил их, «Кто сказал вам, что вы наги?» И после их разговора Господь убил животное и одел их в его шкуру, показав тем самым Адаму и Еве свою жертвенность.
Вначале они пытались накрыть себя фиговыми листочками, которые были плодом земли. Тогда Господь сказал: «Нет, я накрою вас шкурой этого животного». Самое интересное в этом то, что это была шкура агнца. Господь одел их в шкуру животного, тем самым показав им свое отношение к ним. Теперь скажите, Адам и Ева не понимали происходящего? Каин и Авель не были такими. Каин и Авель знали, что хочет Господь. Они оба знали, что это не был плод земли, который желал Бог. Так что, когда Каин принес пожертвование от плода земли, он захотел послужить Богу по-своему. Он продолжал служить Богу, он не спал, но он служил Богу по-своему. Вы со мной? Итак, посмотрите, что Господь говорит ему в 6 стихе. Вы со мной? «И сказал Господь Каину: „Почему ты огорчился? И отчего поникло лицо твое? Если делаешь добро, то не поднимаешь ли лица?» Что значит делать доброе перед Богом? Что он вновь и вновь повторял в Писании? «Я хочу послушания, а не жертвы». То есть, делать хорошее перед Богом, это значит делать что? Подчиняться Ему. Знаете, я бы хотел, чтобы каждый из нас, как верующий, исследовал Писание на предмет подчинения и послушания, прочитал все места Писания, говорящие об этом. Вы обнаружите, что это важнее всего для Бога. Евреям 5 глава 9 стих говорит, что Иисус сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного. Деяния 5 глава 32 стих говорит, что Господь дает Духа Святого тем, кто повинуется Ему. Подчинению придается особая значимость. В Писании вы найдете, что Бог говорит детям израильским: «Я устал от вашей хвалы и поклонения, не делайте больше этого, и жертву агнцев я не хочу». И они спрашивали: «Почему?» Он отвечал: «Потому что, когда я говорю, никто не слушает». Они принесли в жертву овнов, и Бог сказал: «Приносящий агнца в жертву то же, что задушающий пса». Они приносили фимиам, как один из видов поклонения и прославления в святое место, и Бог говорил: «Воскуряющий фимиам, то же, что молящиеся идолу». И они сказали: «Господь, почему наши овны в жертву для Тебя, как задушенный пес? Почему тот фимиам, который мы воскуряем, как хвалу и поклонение, принимается Тобой как поклонение идолу?» И Бог сказал: «Потому что, когда я говорил, никто не слушал». Итак, вы можете видеть это вновь и вновь. Послушайте, люди, я хочу сказать вам, что высшая форма поклонения Богу – это не пение. Высшая форма поклонения Богу – это послушание. Если вы обратите внимание, первый раз слово «подчинение» появилось в Библии в Бытие 22 главе, когда Авраам сказал: «Мы пойдем туда и поклонимся, и возвратимся». Все, что делал Авраам, было подчинением Богу на протяжении всего пути до гор. Он был готов пожертвовать самое дорогое в своей жизни. Он был послушен даже в самой важной сфере его жизни, поэтому Бог сказал: «Теперь я знаю, что ты боишься меня». Итак, если вы внимательно исследуете Писание, вы увидите, что проблема в том, что мы можем проповедовать о чем-то, учить чему-либо так долго, что в конце концов мы сами начинаем верить, что это истина. И когда приходит настоящая истина, мы отклоняем истину и выбираем ложь, которую мы учили так долго. Если ты сядешь и поговоришь с людьми сегодня и спросишь, что такое истинное поклонение, они скажут тебе, что это приятные, мелодичные песни, которые поют для Иисуса, но это не так. Итак, читаем 6 стих. «И сказал Господь Каину: „Почему ты огорчился, и отчего поникло лицо твое, если делаешь добро?» Что он сказал Каину? Послушайте меня внимательно. В английском переводе написано: «Каин, если ты делаешь хорошее, разве я не приму тебя?» Смотрите. «Разве я не приму тебя?» Другими словами, Каин, если ты возьмешь часть своего урожая, обменяешь его на одного ягненка из стада твоего брата, то я приму тебя, как я принял Авеля. Я не лицеприятен. Ты расстроился, что я принял его и не принял тебя. Каин, разве ты не понимаешь, что причина не во мне, а в тебе? Он просто подчинился мне, а ты нет. Вы меня слышите? Далее. «Если ты делаешь доброе, разве я не приму тебя?» Смотрите, если вы не делаете доброе, или другими словами, если вы не подчиняетесь мне, грех лежит у дверей. И все зависит от вас. Но вы должны господствовать над этим. Вау, в этом есть что-то потрясающее.
Теперь я должен остановиться и уделить время тому, чтобы раскрыть вам смысл всего этого. Во-первых, Бог сказал, что грех влечет к себе. Вы заметили, что грех может влечь к себе? Сейчас позвольте мне дать вам иллюстрацию того, о чем он тут говорит. По вине Адама грех пришел на землю. Это можно сравнить с тем, как если бы какой-нибудь нечестивец, предположим, ученый по профессии, наполнил бы атмосферу парами ядовитого газа. Вы можете защищаться от этого, только если наденете на себя соответствующее снаряжение. Не правда ли? Но этот ядовитый газ проникнет везде, независимо от того, присутствует ли этот ученый в тех местах или нет. Когда грех пришел в человечество, этот грех был высвобожден с целью. Так же, как и у ядовитого газа была бы цель погубить вас. Грех влечет вас к себе, независимо от того, есть ли на том месте сам сатана или нет. Это то, о чем говорит Библия в Евангелии от Иоанна в 5 главе. Весь мир лежит во грехе. Весь мир под влиянием греха. Но у вас должна быть защитная одежда, не так ли? Можно также посмотреть на этот вопрос на примере закона земного притяжения. Что говорится в послании Римлянам 8 главе, с 1 по 2 стих? «Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу». По закону Духа Жизни. Все скажите «закон». Закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. Теперь послушайте хорошую новость. Есть два самых высших закона в работе в области духовной сферы. Есть закон греха и смерти, и есть закон Духа Жизни. Теперь я бы хотел рассмотреть закон гравитации. На Земле есть закон, который называется законом гравитации. Ведь так? Например, вы берете что-нибудь, поднимаете это на определенный уровень и потом бросаете, и эта вещь стремится к состоянию покоя, наименьшей потенциальной энергии. Не так ли? Возьмите что-нибудь и бросьте с вершины здания, и вы увидите, что оно упадет вниз. Это закон гравитации, от него никуда не денешься. Он действует везде, правильно? Нет места на Земле, где бы не действовал закон гравитации. В любом месте на Земле, если вы бросаете что-нибудь, то оно падает вниз благодаря гравитации. Несмотря на это, ученые обнаружили еще один закон, который называется закон аэродинамики. И они обнаружили, что этот закон отменяет закон гравитации. Вы со мной? Потом двое этих парней работали вместе. Это братья Райт. И они вычисляли, как привести какую-либо вещь в движение. Они начали летать на самолете, руководствуясь законом аэродинамики. Если ваш самолет обладает профилями крыльев соответствующего размера и достаточной тягой, то вы взлетите. В прошлом году я пролетел более 320 тысяч километров для того, чтобы проповедовать Евангелие. И сейчас, всякий раз, когда я сажусь в самолет, я очень благодарен закону аэродинамики. Почему? Потому что он освобождает меня от закона земного притяжения. И я парю над землей, наслаждаясь полетом. Например, я лечу в Сингапур, на другой край земли. Полет в Сингапур занимает 23 часа. Скорость 800 км в час. 960 км в час. Все благодаря закону аэродинамики. Если пилот отключит двигатель, догадайтесь, что произойдет? Закон гравитации все еще действует. Дорогой мой, вы полетите вниз быстрее, чем взлетели. Ведь правда? Послушайте, что апостол Павел говорит в послании Римлянам. Друзья, положите сюда свои закладки, откройте этот стих. Я хочу, чтобы вы открыли свои Библии, потому что мы возвращаемся обратно к книге Бытия. Давайте посмотрим послание к Римлянам, 8 главу. Аллилуйя! Я рад проповедовать сегодня. Сейчас посмотрите послание Римлянам, 8 главу, 2 стих. Посмотрите, что говорит Павел. Я уже цитировал это вам, и хочу прочитать снова. «По закону, закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Заметьте, что это законы. Законы не могут быть изменены. Не имеет значения, как много вы молитесь. Сильно, с плачем, с пением. Это ничего не изменит. Это нужно знать. Не имеет значения, какой вы прелестный и драгоценный. От того, что вы такой, ничего не изменится. Понимаете? Это закон. И это закон Нового Завета. Вы со мной?
Прекрасная новость в том, что закон Духа Жизни освободил меня от закона греха и смерти. Точно так же закон аэродинамики освободил меня от закона гравитации. Если вы не будете действовать по принципам работы закона аэродинамики, то вы столкнетесь с законом гравитации, потому что он все еще в действии, он не отменяется. Вот почему Павел сказал в 12 стихе: «Поэтому, братья», здесь он обращается к верующим, а не к неверующим. «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти». 13 стих. «Ибо если живете по плоти, то умрете». Тут сказано очень ясно, не так ли? Почему? Потому что закон греха и смерти все еще в действии. Сейчас закон жизни во Христе Иисусе также называется законом веры. Итак, если вы посмотрите внимательно, то обнаружите, что в послании евреям в 11 главе говорится об Авеле. Там говорится: «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин». Все скажите: «Верою». Теперь послушайте меня внимательно. Вы заметили, что Бог установил взаимосвязь между подчинением и законом веры? Это то, что многие люди в церкви не понимают сегодня. Вера и подчинение тесно взаимосвязаны. К сожалению, мы говорили истину, но мы не раскрывали полностью некоторые вопросы. Мы говорили истину, что вера приходит от слышания Слова Божьего. Но Библия также говорит: кто слушает Слово Божье и не исполняет, тот обманывает сам себя. Где есть обман, там нет веры. Вера и ваше подчинение Богу идут рука об руку. Чем больше подчинение, тем больше вера. Чем больше вера, тем больше ваше подчинение. Вы можете услышать от людей такие слова: «У меня огромная вера». Но если они не подчиняются авторитету Бога, то они те, кто имеет веру в разуме. У них много знаний, но в них не произошла трансформация. А сейчас давайте вернемся к книге Бытия, 4 главе. В 7 стихе в английском переводе написано: «Если делаешь доброе, разве я не приму тебя?» Другими словами, Бог говорит: «Если ты просто подчинишься мне, как твой брат, то я приму тебя, как и его. Если ты не делаешь доброе, то грех лежит у дверей». Обратите на это внимание. Посмотрите, что он продолжает говорить. «Он влечет тебя к себе, но ты господствуй над ним». Как вы можете господствовать над законом гравитации? С помощью закона аэродинамики. Как вы возьмете власть над законом греха и смерти? С помощью закона Духа Жизни во Христе Иисусе. Скажите, люди, что это за закон? Подчинение господству Иисуса. Он – виновник спасения для всех послушных Ему. Евреям 5 глава 9 стих. Заметьте, что говорит Господь. Грех лежит у дверей. Есть дверь в духовную сферу жизни каждого человека. Знаете вы о существовании этой двери или нет? Из-за этого она не прекращает свое существование. Осознаете вы это или нет? Эта дверь есть дверь, которая дает законный доступ к греху и демонической силе к вашей жизни. И Господь говорит нам еще с самого начала. Он говорил это еще сыну Адама в самом начале Библии, что открывает эту дверь и что закрывает ее наглухо для дьявола. Послушание Богу закрывает ее. Непослушание держит ее широко открытой. Если дверь открыта, и вы позволите дьяволу приблизиться хоть на миллиметр, то он возьмет километр. Если вы хоть немного приоткроете дверь, и будет маленькая щель, то он распахнет ее. И это в точности то, что случилось с Каином. Каин открыл эту дверь через свое неповиновение. И что произошло? В его сердце вкралась злость, ревность, ненависть. И эта ненависть вскоре обернулась тем, что он убил своего брата. Сейчас послушайте меня внимательно. Этот молодой человек, который начал служить Богу и вообще-то делал более тяжелую работу, чем его брат, закончил тем, что убил своего брата. Теперь мы смотрим на эту ситуацию и говорим: «Боже мой!» И нас внутри нет осознания важности происшедшего, в то время как Бог хочет нам кое-что здесь показать. Прочитав это, мы видим двоих молодых людей, которые оба начали служить Богу, и один из них принес жертву лучшую. Мы видим это в послании Евреям 11 главе, которое называется «Галереей веры», а второй стал убийцей. Вы будете в недоумении. Что произошло? Ведь его работа была тяжелее, чем у другого брата. Если бы Господь не показал нам суть этого случая, то мы бы и не узнали. Я побывал не в одной тысячи церквей по всему миру. Путешествовал без остановки на протяжении 12 лет. Я не пастор церкви. Все, что я делаю, я путешествую. Каждую неделю я или на еще одной конференции, или в какой-либо церкви, в библейской школе. Я сталкиваюсь с тем, что обескураживает меня, расстраивает. Я бывал в церквях, где были одни из самых великих проповедников. И какие только великие учителя не бывали в этих церквях. И все же я находил много людей, впадающих в сексуальный грех, в похоть, впадающих в горечь и ревность, в злость и другие формы греха.
греха. И я спрашивал, что происходит и почему, пока Бог не открыл мои глаза на эту истину. Они не жили по закону Духа жизни. Они не подчинялись господству Бога в их жизнях. Бог дает нам благодать для того, чтобы помочь нам быть послушными Ему. У большинства людей сегодня мнение о благодати как о большом прикрытии. Люди, благодать — это небольшое прикрытие. Благодать помогает нам делать то, что от нас требует истина. В послании Евреям 12:28 говорится: «Итак, мы, приемля Царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу». Благодать помогает нам служить Ему благоугодно. Понимаете? Вот Каин. Он убивает своего брата, и теперь он становится воюющим. Потому что Бог пришел и сказал: «Каин, где твой брат?» И Каин сказал: «Я не знаю. Что я, сторож брату своему?» Итак, во-первых, посмотрите на непочтительность, которая пришла в его жизнь. Он потерял страх Божий. Во-вторых, он сам того не понимая, обманул сам себя. Как много людей искренне могут подумать, что Бог не знает, где Авель? Я хочу сказать, что это в точности то, что происходит, когда вы перестаете быть послушными. Что происходит, когда вы опускаете Бога до вашего уровня? Вы обманываетесь. И сейчас вы думаете, что вы знаете так много. Иногда вы думаете, что знаете даже больше, чем Бог. Люди, давайте посмотрим правде в глаза. Люцифер поклонялся прямо перед престолом, но насколько нелепо было думать, что он может превознестись выше Бога. Он опустил Бога до своего уровня и даже ниже. Это проявление бунта. Вы понижаете образ и славу, божественность Бога и пытаетесь сделать Его послушным и управляемым вами. И своим непослушанием вы словно даете Богу понять: «Я знаю больше, чем ты». Вот как это серьезно. И вот почему Библия ясно говорит: «В последнее время умножится обман». Учение Джона Бивира об авторитете Бога будет продолжено на следующей неделе. Вы смотрели передачу «Посланник» с Джоном и Лизой Бивир. Сегодняшняя передача направлена на то, чтобы нести Евангелие в это последнее время. Если вы желаете получить информацию о видеопродукции и книгах, в которых провозглашаются эти важные истины последнего времени, спрашивайте наш бесплатный каталог и дополнительный номер журнала «Посланник», в котором находится информация о собраниях и где вы можете узнать, когда Джон и Лиза Бивер приедут к вам. Наш адрес вы видите на экране. Telephone 0870-745-5790 or pay a visit to the website www.johnbevere.org. Дорогие телезрители, мы очень рады, что вы смотрели программу Джона Бивера «Посланник». Мы будем рады услышать ваше мнение о передаче. Напишите нам о том, что Господь совершает в вашей жизни через эти послания. Ждем ваших писем по адресу: Джон Бивер, абонентный ящик 2452, Таллин, 13602, Эстония. Адрес в интернете info@lifetv.ee.